Обсудили дальнейшее сотрудничество. Глава региона Игорь Кошин совершил рабочую поездку в столицу Поморья, где встретился с Игорем Орловым и ведущими недропользователями региона. Меморандум о взаимопонимании в стадии подписания. Нефтяная компания «Statoil» продолжит принимать участие в социально-экономическом развитии округа. Нарьян-Мардорремстрой приступил к монтажу Куйского моста. Связь с Красным возобновится до конца недели. Глава региона Игорь Кошин в рамках рабочей поездки в столицу Поморья встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Игорем Орловым. Главы субъектов обсудили вопросы сотрудничества органов госвласти и компаний, которые ведут разведку и добычу природных ископаемых на территории Архангельской области и Ненецкого округа. Затем представители двух регионов приняли участие в совещании с руководителями ведущих нефтяных компаний, добывающих в регионе. Губернатор округа Игорь Кошин представил недропользователям меры стимулирования инвестиций в нефтедобычу, разработанные администрацией НАО. Речь идет о пониженных ставках по налогу на имущество и налогу на прибыль, которые предусмотрены для введенного в эксплуатацию нового имущества стоимостью не менее миллиарда рублей. Также округ предложил нефтяникам интенсивнее использовать нашу инфраструктуру, услуги авиаотряда, спасательных служб, медицинского обслуживания, в том числе посредством телемедицины, подготовки кадров для отрасли. Недропользователи поддержали предложенные меры и, в свою очередь, обратились к Игорю Кошину с просьбой выработать единую методику исчисления размера убытков оленеводам за пользование земельной территорией. Глава региона поддержал инициативу. В условиях, когда поступления в бюджет снижаются, неправильно сидеть сложа руки. Необходимо совместно с нефтяниками вырабатывать новые механизмы взаимодействия, ведь у нас общая цель – увеличение прибыли, извлекаемой из месторождений в регионе, заключил Игорь Кошин. От того, насколько активно недропользователи будут работать на территории региона, напрямую зависит наполняемость бюджетов Архангельской области и Ненецкого округа. Администрация региона и компания «Statoil» подпишет меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместную работу в отношении социально-экономического развития Ненецкого округа. Заключение меморандума обусловлено тем, что ранее действовавший документ утратил свою силу в конце прошлого года. Напомню, норвежская государственная нефтяная компания «Statoil» является одним из 4 инвесторов Харьягинского СРП. Также «Statoil» финансирует ряд социальных проектов в Ненецком округе. Условиями меморандума предлагается закрепить намерения сторон по сотрудничеству, направленному на обеспечение социально-экономического развития региона путем осуществления проектов в области образования, культуры, спорта, социальной помощи и иных областях, представляющих взаимный интерес. В рамках реализации меморандума компании «Statoil» планируется заключение отдельных договоров пожертвований. В рамках реализации данного меморандума будет создан управляющий комитет, и на нем будут рассматриваться все предложения, которые будут компания «Statoil» финансировать. В настоящий момент уже профинансировано 1 250 000 рублей на школу-интернат на реализацию мероприятий. Движение в направлении поселка Красное возобновится до конца недели. Компания «Нарьян-Мардорремстрой» приступила к монтажу Куйского моста. Его сняли 13 мая на время паводка. Рабочие уже приступили к отсыпке территории. Затем им предстоит установить деревянные настилы и металлические балки. Монтажные работы ведутся по установке ферм. Завтра будет настил производиться. А сейчас пока подготовительные работы, засыпка, установка этих ферм. Так что еще только начало работ, будем говорить так. Вода ушла, вся практически все, то есть, все дает возможность поработать. В период распутицы жители Красного и города для переправы использовали лодки. Им работал частный перевозчик, который доставлял пассажиров на противоположный берег Хуи и обратно. К концу недели автомобильное сообщение с поселком возобновится. После осмотра моста сотрудниками ГИБДД движение будет открыто. Далее о том, чем занимается окружная молодежь этим летом. Творческая молодежь встретится в Тельвиске. 30 июня там стартует летний лагерь в рамках федерального проекта «Арт-Квадрат». Ядмаковна дорогами предков из Нарьян-Мара в Канинскую тундру отправилась этнографическая экспедиция. Как молодежи Ненецкого округа реализовать свои возможности? Об этом шла речь на заседании Межведомственного комитета. Его провели в преддверии регионального лагеря «Арт-Квадрат», который стартует 30 июня в Тельвиске. О предстоящем лагере и о других популярных проектах расскажет Валентина Чибичек. Тельвисочный летний лагерь – часть федерального проекта «Арт-Квадрат». Он объединяет представителей творческой молодежи. Под эгидой федерального проекта проходят и два других праздника – «Молодежная весна» и фестиваль «Кадушка». На этих площадках можно увидеть танцы, музыку, кино и все, чем увлекается молодое поколение. Знакомить ребят с новинками в мире молодежной культуры приезжают педагоги и признанные мастера. Молодежный лагерь в Тельвиске – не исключение. 10-дневный образовательный лагерь посетят преподаватели народного искусства. Преподаватели очень интересные. Один из них как раз вот работал на нашем молодежном форуме, Игорь Узлов. И он представитель города Зеленоград, преподаватель фольклорного отделения музыкальной школы. И еще одна девушка, которая является студенткой Московского университета культуры, участницей фольклорного коллектива. Молодежь других населенных пунктов также участвует в подобных форумах и лагерях. По данным комитета, в 2015 году увеличилась вовлеченность ребят в массовые праздники. Так в ОМИ организовали конкурс молодых семей, куда съезжаются жители Неси и Нижней Пеши. Вахта памяти теперь проводится не только в Нарьян-Маре, но и Каратайке, Тельвиске, Красном, Нижней Пеше, Неси, Виске и Нельмином Носе. Активные участники многих праздников – ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Стараемся по большей части их вовлекать в мероприятия, чтобы они социализировались, находились, ну, скажем так, в равных условиях с другой молодежью. Кроме того, наши волонтеры в этом году, это апрель-май, начали активно ходить к такой категории, как дети с отклонениями в физическом развитии. Это они проводят регулярно мастер-классы по рукоделию, там игры проводят в коррекционной школе в нашей. Рассмотрели на комитете и работу сайта «Молодежь-83». Ежемесячно его посещает более 3000 человек. На сайте размещают новости, объявления, анонсы. Участники встречи рекомендовали также размещать информацию образовательного содержания. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, телеканал «Север». Сохранить ценные традиции и передать их потомкам этнокультурный центр дал старт этнографической экспедиции «Ядмаковна. Дорогами предков». Сотрудники центра отправились в Канинскую тундру, где проведут 2 недели среди коренного населения. Выбор места экспедиции не случайен. В Канинской тундре проживает много кочевого населения, носителя традиционной ненецкой культуры. Сегодня только его представители могут воспроизвести старинные песни, рассказать о приметах и традициях тундровой жизни. Мы собираем материал, обычно вот люди приезжают, например, в городе проездом, еще какое-то мероприятие, и мы вот собираем вот таким образом, да, то есть все по чуть-чуть. Здесь же мы хотим полностью этнографический, исследовательский. Мы хотим работать с каждым информантом, носителем традиционной ненецкой культуры. На основе собранного материала выйдет книга о самодейской культуре. Видеоматериалы используют для 20-минутного фильма «Мужчина в традиционной культуре». В Нижней Пеше свои двери открыл физкультурно-оздоровительный комплекс. Малыши, школьники и взрослые. В долгожданное спортивное учреждение впору занимать очередь. ФОК в Нижней Пеше на расхват. В Нижней Пеше открыл двери физкультурно-оздоровительный комплекс. Этого события жители села ждали с прошлого года. Заниматься физкультурой в Пеше очень любят. Подтверждение тому очереди в долгожданное спортивное учреждение. Больше всех открытие физкультурно-спортивного комплекса ждали школьники. Уроки физкультуры для младших учеников Пешской средней школы проходили в помещении детского сада, где уже 3-й год временно размещена начальная школа. Учащиеся сдвигали парты к доске и занимались. Старшеклассники постигали физкультуру в здании Дома культуры. В зрительном зале они осваивали тренажеры, а в танцевальном приобретали навыки прыжков в высоту при помощи скакалки. Сегодня эта проблема осталась в прошлом. Уже в новом учебном году ребята будут заниматься в долгожданном ФОКе. Спортивный зал на 1-м этаже укомплектован волейбольным, мини-футбольным и баскетбольным инвентарем. На 2-м располагается малый теннисный зал, раздевалки, душевые комнаты. Также есть тренажерный зал, но пока он закрыт. Ждет приезда инструктора из Архангельской области. Но и без него ФОК пользуется большой популярностью среди местных жителей. В сутки проходит примерно от 40 до 60 человек, разные возрастные группы. Директором сделан график, чтобы занималась и школьная площадка, и дети приходили на свободное посещение, и в вечернее время занимаются взрослые. То есть работает игровой зал, это под мини-футбол, баскетбол, волейбол, и теннисный зал работает. Радости очень много. Прям Любовь Леонидовна Ружникова, у нас генеральный директор, она говорит, прямо жалко даже, когда занимается вот один возраст, например, старшеклассники, младших не пускаешь и говорит, прям и жалко им отказывать. Очень скоро будет достроен ФОК и ВОКСИ на физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта и современными тренажерами возводит компания-подрядчик «Стройуниверсал». Строители обещают сдать объект уже этим летом. Завершены работы по монтажу системы отопления и наружной теплотрассы. В здание подано отопление. В ближайшее время строители закончат внутреннюю отделку комплекса. В настоящее время завершены отделочные работы в самом здании спорткомплекса. Сейчас ждут снижения паводковых вод для того, чтобы завершить благоустройство территории. И по словам генерального директора ООО «Стройуниверсал» Александра Колыбина, 17 июня из Санкт-Петербурга будет отгружено спортивное оборудование и, возможно, к 25 июня оно будет доставлено до Октина. На сегодняшний день ФОКи построены и работают в Котке, на Красном и Нельмином носу. Государственной программой по развитию физической культуры и спорта в Ненецком округе предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации аналогичных сооружений в Великовисочном, Андиге, Оме и Тельвиске. Подходит к завершению строительства ФОКа в НИСИ. Ирина Цепитова, телеканал «Север». На спортивной площадке встретить День молодежи приглашает жителей Ненецкого округа региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания. Для тех, кто выступает за здоровый образ жизни, организуют спортивные турниры. Ко Дню молодежи сотрудники регионального центра подготовили серию новых и популярных видов спорта. В этом году мы решили День молодежи посвятить именно спорту, то есть такой спортивный сделать уклон. Мы проводим несколько спортивных турниров. Это первенство по лазертаку, чемпионат по боулингу и турнир по стритболу. Проходить они будут с 26 по 28 июня. Каждый день будет посвящен своему направлению. Подробную информацию можно узнать по телефону 451 51. Стадион в распоряжении школьников. Сдать нормы ГТО и защитить честь школы в различных дисциплинах смогли юные жители Нарьян-Мара. Спартакиада с участием летних лагерей проходит в рамках 26-го Всероссийского олимпийского дня. Ко всероссийской акции Ненецкий округ присоединился одним из первых. В регионах олимпийский день пройдет только 27 июня. За сильными и ловкими наблюдала Надежда Литкова. Забег на 1 километр, а это 3 круга стадиона – одна из дисциплин спартакиады. Виктор Благодатский стал первым из своей команды, и это несмотря на внезапную боль в ноге. Первый круг с самого начала вырвался, потом чуть догоняли, начал ногу сводить. Потом что-то разозлился, что-то загнался так. Потом чувствую вообще так аж сознание теряешь, так помутнение в глазах. Так и добежал. Добежать, допрыгнуть, успеть в отведенное время. Каждый участник, а их всего 130, несмотря ни на что, должен сдать нормы ГТО. Участие в спартакиаде приняли команды 1, 2, 3 и 5 школ и детско-юношеского спортивного клуба «Старт». Лучших спортсменов определят по результатам президентского многоборья, которое состоит из 5 видов. У мальчиков подтягивание, у девочек отжимания, прыжок в длину с места, мальчики, девочки. Потом пресс за 30 секунд и мальчики-девочки, бег 30 метров, бег 1 километр. И игровые виды. Мальчики играют у нас мини-футбол, а девочки играют в снайпер. Спортивные состязания развивают и командный дух ребят. Своих игроков активно поддерживают болельщики. Мы болеем за нашу школу. Мы хотим, чтобы наши ребята победили, чтобы они выиграли бег. Ну, а тех, кого не выбрали, ну, просто остаются играть на поле стадиона. И снайперы, и собачку в разные подвижные игры. Результаты выступлений и команду победителя объявят 18 июня. Тогда готовые к труду и обороне школьники соберутся на торжественное закрытие спартакиады. Все победители и призеры в личном и командном зачетах будут награждены кубками, медалями и дипломами окружного департамента образования, культуры и спорта. Надежда Литкова, Сергей Качегов, телеканал «Север».